Приветствую всех своих подписчиков, а также случайных зрителей. Ранее на моем канале уже выходил обзорный ролик на криптовалютную биржу OKEX, в котором я вам рассказал про основные преимущества данной платформы. Но однако, чтобы рассмотреть именно биржу OKEX более детально, одного видео точно не хватит, поэтому сегодня я решил представить вам еще одно видео, в котором речь у нас пойдет о контрактной торговле на OKEX. Ну а именно о торговле фьючерсами и свопами. Опционы на OKEX я также разберу, да, и расскажу вам о них, но это уже будет в следующем видео. Итак, контрактная платформа на бирже OKEX является довольно необычной, как минимум потому, что она адаптирована как для новичков, так и для профессионалов, и имеет множество продвинутых инструментов для прибыльной торговли. Начать я хотел бы именно с продвинутого интерфейса OKEX, который содержит в себе помимо стандартного терминала, графика и стаканов, еще и встроенную диаграмму глубины, которая видна одновременно с графиком и на которую не нужно переключаться отдельно, а также довольно информативное окно с подробной информацией о счете, такой как доступная маржа и всевозможные коэффициенты. График в продвинутом интерфейсе можно выбирать между собственным графиком от OKEX и более привычным от TradingView. Однако собственный график на контрактной платформе OKEX по своему функционалу ничуть не уступает графику от TradingView, но при этом имеет более удобные настройки кастомизации, которые позволяют отключать ненужную информацию, например, индикаторы или инструменты для черчения, чтобы они не отвлекали от торговли. Также крайне удобной, на мой взгляд, функцией на OKEX является возможность переключения единиц измерения между биткоином, USDT и контрактами, потому что на других биржах невозможно сходу рассчитать нужный объем маржи, если единственной единицей измерения являются контракты. Что же касается базового интерфейса OKEX, то он больше предназначен для новичков. В нем нет многих продвинутых функций, что позволяет начинающим трейдерам не сильно теряться в нем и более просто осваивать такой довольно сложный тип торговли, как фьючерсы и опционы. Но при этом и в базовом интерфейсе можно самостоятельно настраивать режим кредитного плеча и его размер, ну а также заключать сделки с помощью большого количества ордеров. Ордера, кстати, являются одним из самых больших преимуществ биржи OKEX, потому что трейдеры тут могут заключать сделки при помощи аж 8 типов ордеров, вместо стандартного набора их маркета, лимита и стопа, которые есть на других биржах. Если вы никогда не пользовались такими типами ордеров, как трейлинг или айсберг, то подробно о механике их работы вы можете узнать прямо во время торгов на OKEX, благодаря всплывающим подсказкам. Что же касается кредитного плеча, то на OKEX оно может достигать 125 иксов. И для каждого контракта его режим можно переключать с фиксированного на кросс, чтобы защититься от принудительной ликвидации и обеспечить лучший контроль маржи. Это важный момент, потому что OKEX не компенсирует маржинальный пул за счет более прибыльных трейдеров, как это делают другие биржи. Поэтому при ликвидации позиций тут можно потерять весь баланс конкретной монете, который имеется у вас на всех биржевых счетах. Самих же контрактов на OKEX присутствует очень много. По этому количеству данная биржа является абсолютным лидером, потому что суммарно на ней доступно почти 1000 контрактов для торговли. Есть как и бессрочные свопы, так и недельные, двухнедельные, квартальные и двухквартальные фьючерсы, маржу для которых можно обеспечивать как в USDT, так и в базовом активе, например, в биткоине. При этом, несмотря на все многообразие активов, они весьма удобно рассортированы по категориям, поэтому ориентироваться в них очень легко. Ну и напоследок хотелось бы сказать про ликвидность и комиссии при торгах контрактами на OKEX. Объемы торгов на OKEX за последний месяц составляли примерно 20-30 миллиардов долларов, что является крайне большим показателем, который дает возможность трейдерам заключать сделки по любым направлениям мгновенно, без задержек и проскальзываний. Комиссии же на OKEX стандартные, начинаются с 0,02% для мейкера и 0,05% для тейкера. При этом, если вы имеете на балансе токены OKEB или у вас высокий ежемесячный объем торгов, то комиссия для вас будет существенно меньше
И это еще не считая особых групп монет, вроде DeFi токенов, контракты на которые на OKEX облагаются более низкими комиссиями или же вовсе не имеют комиссий. Более же подробно изучить всю таблицу комиссии вы сможете непосредственно уже на самой бирже OKEX. Ну а если у вас еще там нет аккаунта, то создать его сможете по моей ссылочке, которую вы найдете в описании. Ссылка у нас реферальная. Вы получите за это бонусы, да, там дается бонусы, если зарегистрируетесь по моей ссылке. За простые действия, там, за прохождение KYC, за пополнение баланса, за торговлю и так далее. Ну что же, на этом мое видео подошло к концу. Я, как обычно, желаю вам большого профита и всем пока!